Если что, там ТК будет. Так, Ильнур, он кем будет? ШП, наверное. Полиприз. У него холи ШП. Вы с этим похилите, с Хапалю. Эльтрушником. И он тем самым попал. Давай шкаф этот самый Бритон. Засумоним. Давакин и этот и Хурюк. Да, тебе смонтись этот Хурюк, конечно, да, кидал. Давай, сказал, что он пока 2 минуты Хурюк, я не знаю. Давай, заходи на шаму. А чё у тебя, шама ДД или хил, кто там у тебя? Давай, заходи. Выбор невелик. Всё, давайте похуярим пока трэш, пока он там заходит. Короче, бля, если мой шмот не выпадет, бля, я ебал всю эту хуйню, бля. Нурик, чё за хуйня, блядь? Хули вы с радаров исчезли, блядь? Это зеленая хуйня, блядь, видишь, там лагает по хуйне. Зеленая хуйня? А, ну. После моба. Нурик, это ты, блядь? Что-то не узнаю, блядь. Или нет, это Булябай. А, точно. Булябай, хукмастер, блядь. Почему даже Войд знает Нурика, а я его не знаю? По-моему, вы, блядь, по-моему, вы оба с Татарстана, нет? Ой, блядь, с Казахстана. Он да, тоже, там, Казахстан. Он тоже с Казахстана, нахуй. Он там акцент чувствуется, наверное. Не, у него что-то, я не припомню. Ты, наверное, южнее, чем он. Нурик, блядь, алло, нахуй, ты тут? А, у тебя роли нету, нахуй. Базарить можешь, оказывается, нихуя себе. Чё, говорю, пропал, блядь. Кикнули с диса меня, блядь, как бичи, блядь. Кто кикнул вообще меня? Саня кикнул. Саня, это танку, который? Да. А хули он так сделал, блядь? Я не знаю. И играть перестал, да, потом? Да. Ебать, кадр нахуй. Вас тут ждет Святос, нахуй, вас хуесосить будет. Да, мы знаем. Ну, хотя я не знаю, мне кажется, это какая-то бредовая идея. Кто там? Просто как лидер. Там вообще есть какие-то люди играющие, блядь? Неужели вас только двое, блядь? Давайте сюда мне людей, нахуй, ищите, блядь. Потому что я уже заебался. Это... То, блядь, два рейда соберешь, две десятки какие-то вступили, блядь, потом перестали все мгновенно играть, блядь. Главное, сука, КД проносим, ЦЛК, РС, ТТГ, ГМХМ, всю эту хуйню, все проносим, блядь. И тут люди, блядь, куда-то исчезают, блядь. Мечтают о какой-то Гере, нахуй, о какой-то Личе, Джайне, нахуй, о вот этой всей хуйне. В то время как сами, нахуй, с ЛКшными камнями, нахуй, с 45-м шмотом неапнутым, блядь. И какой-то хуйне мечтают, блядь, непонятные, блядь. Так что надо людей, которые будут ходить в обычке, мечтать о Гере и нормально выдавать ДПС. И тогда можно будет с них выбирать кого-то в Геру.
Ну чё, это, чё скажете? Приём. Я с тобой полностью солидарен. Грустно, конечно. Ну ты-то солидарен, я это, Нурику говорю, блядь. Я сам уже другой сижу. Какой ещё, блядь? Удаляй её нахуй. Какой? Сибирской? Нет, ДВшнего. Ну ДВшный это похуй. Мы с Куряком там были вдвоём. Этот... Godfather или как? Да. А чё этот Ваня играет? То что LN... LN... Нет, не играет. Не играет? Вы охуели дома багрить, блин. Где там шаман твой? А, так надо? Ну конечно. Ну сейчас зайду. Я же написал сразу. У нас и так шамана нет. А чё за шаман там? Экон. Экон? В смысле, он тебе шамана отдал? Да, он не играл, потому что... Ебать. Ну, плюсанёшь там, не знаю... Когда зайдёшь, скажешь там. Угу. А чё там у него, ДД есть? Элим. Элим, блин, ёбаный. И кто тогда будет у нас в милизоне, блядь, ещё? Я на мили. Ты на присе. Мили на пристан, да. Да, Синтек тоже может так-то в мили. Ты так да, я тоже могу. А, блядь. А ты в сове бей. Есть масло? Вольт. В миле вообще вон ты, Давакин, блять. Я с одним варом. Ебать, на вас там простор будет. Какое тебе масло надо? На СПД. Че, я ГБ поставлю. А, у меня где-то было, блядь. Вот, вот стоит, вот стоит. Это у меня в сумке есть. Добряк. О, добряк. Блин, зря крафтил, что ли? Короче, все unroll нахуй, ставим шкаф. Че там выпало что-нибудь на друидов? Да нихуя не выпало, блин, ебать. Параша ебаная, нахуй. Не зря не пришел. Говно, нахуй. Падало просто, блять, на ДЦ, нахуй, на Эршаму, нахуй. Просто, блять, как будто, сука, там шанс лута 100, нахуй. Сангавал. Да пиздец, потому что я эту хуйню не первый раз вижу. Ставлю рыбу. Первая пати слева с танком. Вторая пати РДД. Так, что у нас РДРУ и ХПА, нормально. Сопроты пейте, там на втором понадобится. На этом еще может остаться ДД, там неплохо. Ну, проверка. Короче, у меня сейчас падает мой шмот. И все, бля. Даю отчет. А потом ты просыпаешься и такой, блядь. 2, 1. Смотрите сами там за всей хуйней нахуй. Если вы сдохнете, то вы... это уже не я виноват. Я просто пячусь в стену и мне похуй. Что-то ДПС мало, что за хуйня, Давакин больше всех дает. А, ну это. Берегите. А оно походу сбивает вот эти тени нахуй, оно походу сбивает то, что ты двигаешься, типа сбивает эту хуйню. Я себе прикольно.
стрелы. Бегите или умрите. Бегите. Да ёбаный в рот, а. Давай, блядь. Берегитесь. Это кому надо? Разбойник этот ебаный. Нихуя, а вы что делитесь с шпшником урон? Или у тебя тучка КД была? А он эту прожал тучку. Ага. До этого. Понял. Берегитесь. А, я стан получил, нихуя. Так, что там, блядь? Собака кости обходит. Ебанутая, блядь. Нихуя, милики. Прямо, блядь. Солдаты удачи, блядь. Короче, кто у нас там с набором занимается? Я очень редко набираю людей. Набираешь кого-то, Синтек? Ну я когда в сети бываю, тогда набираю. Ну кто-то пишет вообще с людей? С чат. Ну, спрашиваю, какой РТ. Ну и все, короче. И все, и хуй забиваем, да? Да. Пидоры, блядь. Не хотят играть, суки. Хотят сразу шмот лутать. Тоже шмот лутать хочешь? Я хочу, чтобы у меня не было пугов в рейде. И все, и мне остальное все похуй. Да, шмот. Да, это такое дополнение. Главное, чтоб, сука, люди хотели играть, все, блядь. Они такие там, о, там, блядь. Я лича, хочу убивать Джайну, нахуй. Сам, блядь, оборванец, блядь, из оборванцев. Бля, вот эти запахи, наверное, друг. Так, сука, тварь. Кому это надо, этот разбойник? Короче, на кого бог пошлет. Так, меч. Меч кому-то надо? Меч. Меч Навара тогда. Это что за хуйня? Это запы. У меня есть. Он это Равист. Равист будет эрдрушника делать. А, у меня спек уже есть. Ну, ну и вот запрос. Можно половину шмотом. Кожа. Смотри, кожу можно покрутить на кота или на мишку. Ну вот, мне может эти деревья. Тебе надо, Аровист? Там что-то вар нажимает. Не надо? Нет. На 71-й. Я сейчас там кручу потихоньку чарку нужно. А тебе вар нахуя? Mm-hmm. У тебя там варовская чарка не накрутится. Ты уверен, что тебе надо эту? Ладно, похуй, на. Она скрытой у меня такая же, вот. Смотри, просто у меня, видишь, там накручивать не хочу. Лучше, бля, этот, апну его. Mm-hmm. Она типа со статом хорошим? У меня... Ну да, не бля, там. 70 крита. Это крита же, крита. Нормально, да. Да, у меня как раз вот 2 патрона не хватает. Нормально будет тогда. Ну, заебись. Что... Да. Только апать еще, блядь, 120 баджиков надо. 180. Ну, у меня есть 200 где-то, по-моему. Девочка 15. Обиделась. Там не девочка, там, блядь, уже дама, нахуй. В преклонном возрасте, ебать. Пиздец, бля. Так бы все обижались, нахуй, ну, ебать. Я хуй знает, кто там что ставит, вообще без понятия. Я смотрю, у меня там про просмотром, нахуй. Эти Джеки Чана смотрят фильм, нахуй, я вообще охуеваю, блядь. Это на канале с фильмом с Джеки Чаном? Ебать. Да там какой-то плейлист я создавал, где типа кинотеатр с Войдом или что-то такое, блядь. И там, короче, это... Мы типа смотрели в DC, я транслировал фильм, и мы смотрели там на X2, когда играли. Ну и типа комментировали по ходу.
Так, ну никто не сдыхал. Этот. Надо же с такой вести, я только за. Дыхание, короче, это. Прохиливайтесь там, я хуй знает, что-то делайте, блядь, чтоб не сдохнуть. Вон там, Нурик, защитуй ханта, там, хуй задели хила, если кто проседать будет. Экон через себя покастует цепуху пару раз там на дыхании. Да и отчет. Горн, пожалуйста, зимний. Two, one. Смотрим там этот черный пол, блядь. Он сзади приближается. Дыхание, смотрим, захиливаемся. С черного пола выходим. Ну ебаный в рот, вы что, дрочите что ли? Он мобы сейчас на дальнего пойдут на кого-то. В центр походу хуяли. За хупал не бить. Только бабл не сдавай. Все, давай Геру. Под боссом сверху залейте. Хупала не уроните. Выходите с проклятием быстрее, с решетки вышли. Теперь с бублика выйдите. Ну, захиливаемся. А, это сферу в мелизоне залейте. Ну нахуй проебали. Все, минус. Минус все нахуй. Понятно, нахуй. Ложитесь. Сука, а там миликов один только милик, нахуй. ТПС залупа полная, вот уже и болта, блять, хуйня, векана хуйня. Че там по исцелению? Бегите или умрите. Здорово. Че вас так мало? Ну а нахуй нам много людей, блядь. Есть жив, сука, вот. Ну и так, что вода не цели. Ну, десятка хули не справится. Вот в 10-м 24-м. Для чё соло запинаем? Надо ему вообще с полной дни. Надо для 25-ки людей добирать других нахуй, чтобы они заходили на РТ нахуй. Добирать. Да. Есть живс у кого-то, блядь? Или хламобот какая-нибудь залупа есть у вас, нет? Чиниться надо. Прием. Не добрали мы, короче, 25-ку, там что-то 17 человек было наш. Вот. Короче, это. Здесь больше не сдохну. Это. Хильтесь как-то получше, я хуй знает там. Равист подхиливай на дыхании, там дубовку нажимай. Вдоваки на подхиль там, блять. На первых двух вроде нормально, дальше подхиливать начинаю уже когда в конце. Че, он долго в ТТБ там стоит? Не, мы только вот эту собаку убили. А потом в ЦЛК 10. Я хуй знает. Есть? Так, да и так есть. Там он радник. Сиди. Куда, в Гер или обычку? А? Гер?
Блять, Синтек, ты вроде, блядь, не глупый человек. Ну какой, блядь, опыт, о чем вообще? Ну тебя вот спросили, ты не ответил, вот я поэтому такое. Скажи еще баджики по фарму. А если еще лос нужен будет первый или нет? Я хуй знаю. Кэфер нужен будет. Блять, а вы вообще, мне вот интересно, вы... Я хуй пойми, нахуй, вы дрочите или что, нахуй? Давайте, выходите из комнаты. Из сферы вышли, она 9000 по всем домам. Я понял, нахуй, блядь. Сопроты-то хоть все выпили, блядь, чё вы, блядь? Сука, я сейчас сдохну, нахуй. Брал этого босса, блядь. О, рыба стоит. Не остыла ещё. Ой, ёбаный покос, нахуй. Вам чё, всё объяснять нельзя? Где сфера была, блядь? Или он что? Нет. Ну и пиздец, блядь. А, хукмастер не знает. Ну ебать. Ну лужа тоже была в миле как-то. Ну стой в миле, блядь, Синтек. Синтек, страхуй в миле. Там РДДшники вроде не тупые есть. Стой в миле, помогай. А то он выбежал. Он не это не знает, что можно стоять, только надо ШВ прожать. И этот черный пол в принципе не шотнет. Когда дыхание и сфера, из нее все равно нельзя выбегать. Значит, и дыхание, и сфера хлопнет по десятке, по рейду, и рейд падает сейчас. Поэтому, когда сфера есть, или в РДД, или в миле, надо в ней оставаться. По возможности, если черный пол, где-то край есть, с краю стоять, чтобы урона черного пола не получить и сферу. У сферы там радиус, что там, 10 метров, да? Не знаю. Скажи да, и все. Наверное, нет, потому что ты стоял в миле. Да он вообще меня примораживает к месту. А? Вообще я прожимал панцирь, блядь. Да, ну да. Я панцирь. Где там релогаетесь? Да, релогается. Игнорил. У меня сосед добряк ходит, мне чайник ставит на чай. Где там Мурик заходит, нет? Да, думаю, заходит. Я да. С учетом того, что я у него еще и сахар беру. Ну что там, блядь, Нурик у тебя? Сань, если будешь собирать там целка, мои окни, ладно. Сейчас пока... мы ждем там у нас рейдеры. Я понял. Ну я пока ТТГ квесты делаю. Бать, пиздец. А чё это у вас пуг, да? Два даже. Эльнур это кто? Это в гильдии. Эльнурио это, короче, паладин был, пандамониум вроде.
Вот, он был с нами в Лиге Легенд. Да, я понял, что помню дальше. Да я тоже без понятия, я ему пишу имя спек, а ты что, меня не знаешь? А вот, блядь, это... Войт его сразу узнал. Я такой, блядь, пиздец. Блядь, алло, Нурик, нахуй, чё за хуйня, ты где там, блядь? Я здесь сейчас. Ебать, я спать хочу, пизда уже, блядь. Поешь кофе. Да уже поел, блядь. Чё за хуйня, мы опять вайпнулись, что ли, блядь? Ну да. Мне, короче, сейчас шмот сломается. Штаны, блядь, я пойду починюсь, нахуй. Дайте шкаф сумнуть. Так ешьте за компом, Равис. Одной рукой ешь, другой играешь. Третий наяриваешь. У нас так пол рейда делает. Ну. Иисусе тряпка. Плюс доставка, плюс налоги, плюс на пиво. Плюс уемте. Что у Курика что-то на X4 не заходит. Так он на шамане вроде. Все, бан дали тебе. Он же на шамане. Или где? Нет, я на шамане. Я думал, мы сейчас лапнемся, у него теперь не заходит на X4. Ой, бля, ну чё вы, бля? Типа он лучше на присте играет? Нет, он просто на шамане чуть не получается много. Всё понятно, блядь, забанили вас, блядь. Мне как тоже бан дали, я вообще охуел навсегда. Это называется нехуй прыгать по аккаунтам чужим, нахуй, не по своим, блядь. Не забанили. Мне, у меня, короче, этот аддоны какие-то стояли левые. Мне сказали, удаляй, и больше так не делай, то ладно. А за что пацанов забанили? За то, что, блядь, меняются аккаунты МПКД, блядь. А кто меняется там? Да вон. Два пуга, блядь. Так что вы там, загружаетесь или что, блядь? Ну заходите обратно, хули. Пускай он на шамана попробует, блядь. Чё это за хуйня? Так, так, блядь, не пройдём нихуя. Тут мой шмот, блядь, в боссе лежит, я прям вижу, блядь. На ДК, танка, нахуй. Я прям вижу, блядь, ревностный там лежит, блядь. Ну шо там, Нурик, блядь, шо у вас там за хуйня? Это Курюк, сейчас он меня прилогнет. Сука, я бы Сирус релогнул, нахуй. Они вообще охуели, блядь. Хуйню сделали с чарками, нахуй, аж жопа горит, блядь. Смотрю, 50 баз. Да. 50 базжиков на ДК есть, смотрю, думаю, дай крутанул, нахуй. Крутанул, нахуй. Тапки, у меня сначала было там 3% выносливости, потом это в ХП перевели. Потом, короче, блядь, я крутанул, блядь, думаю, ну нихуя, сейчас, короче, себе ДКшную закручу, нахуй. Крутанул там на паладина, нахуй. Ёбаный в рот, нахуй. Хорош. Пару недель проходит, вот недавно, позавчера. Крутанул, нахуй. Там вторая чарка на протопала, блядь. Пизда, говорю, нахуй. Ну что за бред, блядь? Ну почему, ну, сука? Вот ты мне объясни. Ну почему, сука? Блядь, ну как, нахуй? Блядь, ну сделайте вы, я не знаю. Баджик, допустим. Допустим, 50 баджик пускай стоит, который общую чарку тебе крутит, только общую, не классовую. А на классовую сделайте, ну сука, сделайте 300 баджиков, хуй с ним, ну сделайте, сука, 10 разных вот этих
чарок на каждый класс своего типа. И даже похуй, и даже еще, чтобы это танк, ДД, РДД, блядь, чтобы вот это было подписано, чтобы ты отдал 300 баджиков, и ты точно уверен, что ты одну из двух чарок, сука, на свой класс крутанешь, нахуй, ебаный в рот. Почему нельзя так сделать, сука, почему я должен, сука, в этой залупе сидеть, блядь, в этом говне, блядь, еще и что-то крутить, апать, нахуй, какой-то хуйней заниматься, блядь, ТТГ этот ебаный фармить, да и в рот его ебал, блядь. Что у вас ро, да? Да какой ро, блядь, они там что-то ком прилогаются, блядь. Ну вот 100 баджей толгородских стоит 1300, так что это окупается. Я в рот ебал, в смысле 1300, что, рублей, что ли? Да. Да я ебал, нахуй, эту хуйню, блядь. Пиздец, бля, бред, нахуй. Ну, кто-то покупает, значит. За 1300 3 шема можно купить, нахуй, на циркуле, блядь. 4-5 персов, нахуй, можно купить бисовых. О, они зашли, блядь. Вы зашли? Да. Я тут уже, блядь, захуесосил Сирус весь. Ну, продолжаю в него играть. Блядь, я бы как в Киберпанке их взорвал, нахуй. Как Джонни Сильверхенд Росаку взорвал, нахуй. На туре, сука, ебучий этот дает отчет. О, отлично. Ну так-то не Джонни взорвал, ну ладно. А кто, блядь, взорвал? Джонни Сильверхенд взорвал? Или ты имеешь в виду лор какой-то? Ну да, есть, короче, ДНДшную. Ну, это, адаптацию. Ну я понял. Там, короче, типа канон, блядь, да? Взорвать. Да, по канону там его это друг сделал, потому что Джонни его это подстрелили. Его и так подстрелили, как бы. Я-то не знаком с этой хуйней, только в Киберпанк играл. Вон, захиливайтесь там. И сфера вон опять в мелизоне. Сейчас не выйдете, опять сдохнете. Да. Вот хули вы стоите на черном полу, нахуй. Ебать. Рви, стресы и хэпала. Ну и-ка на захилите. Вообще там хилы есть? Что, блядь, или что, блядь? Сука! Ну хильте, ебать его в рот. Этот. Заливайте ему два инера, хэпалу, блядь. Мы сейчас нихуя не прохилите. Ну. Алло, блядь. Сука, работаем, нахуй. Синюю джагу накинь на босса, бей автоатакой босса. У тебя маны нет нихуя. На меня мобы идут. Вар, осторожно там. Будут лужи, блядь. За ними особо не ходить. Наверное, можно. Понятно. Выходите из бубликов, босса вывожу. Он осторожно его бей. Короче, да, надо было на это дыхание. Ясно, нахуй, вот на это дыхание надо. Короче, я в рот ебал, блядь, ложитесь опять. А вот это дыхание надо, когда уже у босса мало хп, он до этого не доживет, до погружения, скорее всего, надо гимну хп отдавать. Но да, это надо три трая, чтобы это понять. Ну добьем сейчас захилиться. Ну добьете, я, блядь, если бы... Если вас захилят. Инурио, это же этот, блядь, кто он? Из шляпы кабана, что ли, чё? Да. Ну, бублики, блядь. Заходи. Сейчас минус Нурик. Ну, успел зайти. Ну, ебать. Самое хорошее, что он автоатакой не бьет, а кастует часто эту залупу. Сука. Ой, я. Это... Что там смогли? Ну, синтек добивай, блядь. Ну, это, Войт сдался, короче, из-за этого. Нет, да, блядь. Я мне дали Геру. Дали бы Геру, мы бы его уже запинали. Натур, я же говорю Геру. Я не говорю, сука. А, не умеет. На шамане не умеет работать, блядь. Такие бичи, ну, блядь. Натуре, блядь. Бичуганы, блядь. Я ебал нахуй эту хуйню, когда вы, блядь, за ум возьметесь, нахуй. Сука. Жуйбот, блядь, что с ДПСом? Хоть на тебе оторваться, блядь. Жуйбот, ты, блядь, работаем. Хоть пятнашку бы давал. Ладно, я буду кричать. Вот рыба.
Сука, выживите только. На последнем дыхании, короче, понял, когда добиваем уже босса, эти сферы первые появились, там на дыхании сдашь на хп. Сейчас тебе еще, блядь, босса этого следующего диспелить. Ну да. Сейчас целка пойдешь. Синтет. Да, пойду. Я пойду. Сейчас только донесем. Прикон. Так. Давайте. Не, давайте. Памп. О, хук мастера. Равис, ты тут? Пойду. Мы все пойдем, Войд пойдет, ты можешь делать ничего. Войд пойдет. Травист готов, нет? Да я хуй знает, пойду, нет. Еще 2 часа. Ага. Погонял, да. Типа раз пришел, работай, да? Да. Нормально будет вообще. Да я, блин, не Лена, хочу шоп... в полночь опять от рейдов отходить, блин. Я вообще пошел бы только на ластов. А там на лока место оставьте, сейчас я зайду. Стоять дождя, не то еще нахуй, кто тогда босса, блядь, убить не могут. Просто нахуй, один. В черном сдох, полу блядь. Стоят, нахуй, резай его, блядь, синтек. Кто геру давать-то будет? Резай и захильте его, блядь, сразу. Блядь, только не встань под эту хуйню. Сука, захильтесь быстрее. А, ебать, все, в минуса пошли, нахуй, я ебал, блядь. Все понятно, нахуй. У вас что, сапроты не выпиты или что, блядь? Да бейте еще, блядь. Какая-то параша, нахуй. Или давай в 3 хила, нахуй. Да кого бейте, нахуй? Ложитесь, блядь. Я ебал эту хуйню бить. 3 тела лежат, кого там бить-то, блядь. Не захилит, не задамажит никто. Давай в хила, нахуй, да и все, нахуй. Дольше бить будем. У тебя кто там, ДЦшник есть? Вы его нахуй так до христианской Пасхи пить будете, блядь. Ну да. Хули остается нахуй. Выживать не хотят челики, блядь. На черном полу стоят. Ключи покупайте нахуй в этом. Долоране, блядь. Танковские триньки одевайте. Каприз это залупа, но все равно спеклись. А чё, блядь, ДЦ нету, что ли, или чё? Приз, блядь. Ебать. И чё, он сильно отличается? Ты такие же щиты вроде кидаешь. Зачистка мусора. Щиты получше будут? Не, ну хэприз нормально будет. Ну давай в этого хэприста. Я хотел нравиться в САУ у этого Рестер Друид. А я, кстати, сделал спек. Так что теперь бегдельный идеал. Я спекнусь, если надо. Я еще кнопки не выставил, правда. Да не, лучше пусть приз будет, ты дамаж. А кто тут в Дискорде есть, но кто не в ТТГ на контракты быстро, никто не хочет пойти. Жри это, рыбу. Ой, что ты без сопрот? Ты же вот умрешь каждый трай. Жри рыбу, сука, блядь. Сука, у кого сопрота нет, то спросите, блядь. Тут одна магия дамажит, выпей сопрот. Все, он выпил.
Блин, да Лакин съебался, да. Все готовы, блин, чё. 5, 4, 3, 2, 1. Короче, джайны на ВХ продают это. Ну, последнее задание. 300 тысяч вчера узнавал. Я за 250 договорился. Со знакомыми. А долго все равно пока сколько в нем будет, если ты эту хуйню не получаешь. Не, ну да. Не, ну в принципе. Если кто вводит рейды, вот допустим. Ну и там может, да хотя бы даже груль маги там в неделю. Равис, беги, блядь. А, это нахуй не Равис, кто это? Футбол. Осколки узнавал, 10 тысяч один осколок стоит. Давайте Геру, уважаемые. Проклятие выносить. Из бублика выходите сейчас. Жиболт лежит, блядь. А что это за залупа бегает? Это что, кайтит думает, что надо или чё, блядь? Я вообще не знаю, так. Фоносфера уход. Которую ешь. Пиздец, блядь. Вы чё, сука? Я хуею, нахуй. Их. Это в бублик заходим. Выходите из бублика. На хп читай. А уже был. Ну, собаку вызывай, там маны что-то маловато. Синтек и бани и мейдер. Если у тебя маны есть. Да, с бублика выйдите, сука, чтобы вас хилить можно было, уёбки. Вы что, сука, не понимаете нихуя? Вас же не захиливают, когда вы в бубике стоите. Захиливайтесь. Главное от сфер подальше отходите, чтобы это... Выйдите из бубликов, чтобы захилиться. Это, блин, вообще тяжко, нахуй. Неужели он второй раз погружение кастанет? Че, щупальца воду. Мне сейчас не зыбко откатится, нахуй, так долго бьем. Пиздец, ебать. Бля, ну и параша, надо это кому-то. Фух. Так, что это? О, запы, кольчуга, 10-40 урона, блядь. Эко на, нахуй, будешь элимом ебать. Так, а это что? Саня, ты контракты делал? Пояс, крит. Крестом с утра дойдем. Че, тебе давать или жуйболту дать? А у него 260, в принципе. Тебе жуйболт надо эту хуйню? Или не надо? Ладно, дайте. А дай, отдай. Слушай, ну я хуй знает. Оставайся, наверное, в хиле на этом боссе, нахуй. Один хуй там диспелить будешь, все. Упалу это несподручно делать, он проебет хпс весь. А у тебя еще обновление. Не, не, ты хиль, бля. Че? Ему диспелить надо, он считай
половину хила проебет. Ладно. Если ты в сову один диспелит, один не захилит. У нас ретрика нет, шипа нет. В смысле, можно в шипы, но опять же, лучше пускай под хил будет. Право-лево выносите эту хуйню в углы по стенкам. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Метки вносить. Отвернулись. Метки вносить. Ну что же это? Что там? Это не VPN, а VIP канал. Угу. Захильте же болта, блядь. У нас рестартировал кого-то есть или хп? Метки. Спасибо. Отбегаю. Че закрыл? Захильтесь, захильте. Он что, сдох что ли? А, он сдох. Синтек, реса его. Можешь по духу нажать. И хэпалю диспель. Берегитесь. Ресы быстрее Нурика. А, Рави сдох нахуй. Я понял, ну, понятно, блять. Уже хули, уже поебать. Уже можно не резать нихуя, ложитесь. Понятно, да. Пизда, да. 4, 3, 2, 1. Блять, как так можно убить собаку с первого трая и вайпаться на остальных? Да как так можно вообще, блядь? Это... Ты, блядь... Можно? Особенно, если хилы слабые. Вообще можно. В натуре. Потому что собаку хилить не надо, если все это правильно делают. А остальных надо хилить. Сука, хоть что-нибудь выпадет нормальное, блядь. Давай, давай шкаф с умнём. Мага. Да не надо. А. Ты путь. Thank you.
Пал готов? Сейчас, ману, подожди. Готов? 5, 4, 3, 2, 1. Сука, ну ты чё, блядь, захильте его. Там Гиру в целом можно отдавать, наверное. Да. А то сдохнет еще. Думал, уже его добивает. Ай, блядь, ну реса его, до... синтек, нахуй. Вы что, сука, ну пиздец. Прохиливайте метки, которые выносят. Вас трое, блядь, хилов. Да он за стенку зачем-то убегал. Метки. Бафы там по нему обновить. Каску пристанал. Берегитесь. Вернулись. Метки. Берегите. Отвернулись. Провис похапал Винер. Метки. Отбежали. 3, 2, 1. Метки. Бежали. Вернулись. Захильте притоном, бля, не уроните. Похуй, да? Я понял, бля. Реса его, ровист. Метки вынесите. Захильте притоном. Фул баф даем. Аску лапу приставал. 2, 1. Отбежали. Метки выносите, отвернулись. Нурик на ману читай. Ну, по мане сейчас высохните, так что, я не знаю, автоатакой босса бейте, что-то делать. Синюю джагу повешай. Да сейчас и не раскатится, уже скоро. Метки. Вернулись. Ну, если просаживаться будет на хп, сдашь еще. Можешь сдавать. Метки, вон на метках. Все. Высохли по мане, блин. Что там, где мой шмот, блядь? Вот тварь, бля, нихуя не выпала. Штаны же убал туда, упали какие-то, да? Или это кольчуг? Ткань какая-то, ну. Так, лад, критхас, скорость, блядь. Помина мага. Когда в клуб? Какой клуб?
Этот хукмастер я тебе дал, Хпалю передай, ну, этот самый лат эти ебаные. Чё это нахуй? Ожог нахуй, нихуя. Жуйболт, ну все, будешь 100к давать. Пиздец нахуй. Просто будешь разъебывать. Все, бля, я ебал эту хуйню. Чё и камень КД, бля, минуту нахуй, охуеть. Ну так вот у нас маг есть, просто поставьте портал. Там мне надо в бухту. Крейсер мне в бухту. Вы здесь, чтобы защищать родину, а не валять этого Ваньку. Готовьтесь, презренные. Гибель все ближе. Ёбаный в рот, что это за хуйня? Скорее, стариков, тень всадника. Я ебал эту хуйню.